Гранаты. Вернулся в Тиран, чтобы исполнить ее, как говорится, волю. Ты кто? Узнаешь, если поможешь мне без проблем посадить самолет. Чего бы мне напрягаться? Малый, ты там не устал задавать тупые вопросы? Мы же вроде воюем. Если поможешь, организуем мини-вендетту в стране, где тебя никто не любит. И это, тебе тут 1500. Эй! Ты где там? А, блин. Thank you.
Можно садиться, о снайперах я позаботился. Отлично! Иду на посадку! Давай на вышку! Как будешь там, свяжись со мной! Ты записался в добровольце? Ну, я записался. Чего? На месте. Прикрой на всякий случай. Заскочу к ребятам на пару слов, а там встретимся. Если они заортачатся, я подам сигнал. Какой сигнал? Услышишь рейгономика? Вали без разбору, пока всех не перебьешь. Рейгономика? Понял. Я останусь на связи, но тихо. Помехи мне не нужны. Этот парень, он немного нервный. Ясно? Ясно. Ладно, поехали. Вот, все привез, как вы и просили. Новый план. Не понял? Новый план. Юма велела доставить тебя к ней. Вы шутите? Нет-нет, мы же договорились. Ничего не знаю и знать не хочу. Ты пойдешь со мной к Юме. Давайте это как-то решим, ладно? Все, нечего здесь больше решать. В моей стране уговор есть уговор. Его нельзя нарушать. Долларом клянусь. С меня довольно. Ты слышал про рык? Проснись! Меня тут стреляют! Партия уснул! Прикрыть, значит прикрыть меня!
здесь очутился. Становится жарковато. Бегу в сторону склада. Прикрой! Меня палят! Ну кто так прикрывает, а? Ублюдки приближаются со стороны гор. Вертолет! Похоже, наш табанду привлек внимание. Так, что-то дождь крепчает, поищу-ка укрытие. Ты давай, дурака, не валяй. Вынеси этот минометный расчет и всех там, кто жаждет мстить за павших товарищей. Понял? Тотем. Не слышно взрывов и выстрелов. Кажется, вокруг тебя чисто. Ищи меня на складе. Хоть повидаемся, наконец. За 25 лет я так и не понял, от чего этот запах. От мусора или от гниющих надежд? Какой еще запах? Избавляемся от маскировки. Так, и кто ты такой? Как так? Вроде американец, а пользы как от зонта в ливень. Не чета прошлому напарничку, которому постоянно подгузники менять приходилось. Хотя сходство есть. От патриотизма вас обоих распирает. Того и гляди, яблочный пирог через поры полезет. От зонта в ливень? Я из Лэнгли, агент Уиллис Хантли. Лэнгли, ЦРУшник. Информация о том, кто убил твоего отца, подшита к делу. И где оно? На том взлетающем самолете. Вот блин! Держи! Может пригодиться.
Какого? Я так понимаю, папка у тебя. Да, и тут ни хрена нет. Засекречено. Хочешь больше инфы? Заткнись и сделай кое-что для меня. Глядишь, узнаешь что-нибудь. Ладно. И что мне делать? Я намерен прикончить Пейгана и Юму, раз уж местные облажались. Я думал, вы тут спецы по партизанским войнам. Мы? Золотой путь все делает не так. Я покажу им, как воевать. Шаг первый – сдать аэропорт. Шаг второй – нанять Аджая Гейла. Это ты. Как будешь готов, заходи. Ах, да, и не говори Золотому пути о нашей сделке. Им это знать незачем, поверь. А теперь извини, мне нужно идти. Дела зовут.